И всем привет! Мы вернулись в игру. Ну что ж, побежали отнесем домой лутецкий. Кнопочку эту несчастную. Крышка, давай валяй отсюда. Раз несчастную эту кнопку отнесем, не знаю, зачем она не нужна. Как минимум ее можно разобрать. Так, вот металл. И получить с нее, по-моему, плату одну синюю. Вполне себе. Так, цинк. Цинк не нужен. Это медь. Это потасиум. Где ж тогда был, когда-то я тебе искал? Зараза. Да ничего страшного. Погнали, сбагрим все барахло. Разберем кнопку эту. Покушаем, курицу покормим. Короче, есть чем заняться. Так, мишка. Иди в баню. Ну, сутулый. Можешь пойти со мной. О, железка. О, и друга своего убери. Пойдете на жир. Оба-два. Ушу-шу, жир мне нужен, это точно. О, бутылочку воды. О, оба-два. Давай сюда. Черт. Давай побыстрее уже там. Пятую точку свою выставляй. Ушел следующий. Чтоб ты был здоров. Ну вот. Блин, суп сгнил. Есть елки-палки. Супчик сгнил. Вот шьер побери, выкинь его тогда. Кожа вылетела, да? Ладно, надо что-то разгрузить, потому что тупо просто нет места. Так, жир. А, ну ладно. Холодильник. Это сюда скинь. О, как раз есть место. Пока мне хватит этого. Блин, тухлячка. Ну ладно, тухлячка, в принципе, тоже пригодится. Курочка хотела тебе супчик принести, но не донес. Уж извини. Так, яйца я тебе, конечно, заберу. На яичницу пойдет, как минимум. Вот сюда. Ух ты, елки-палки, здесь уже ложить некуда. Курям пойдет. Не пойдет курям. Вот это вот и делай сразу тоники. Сэкономим место. Вот и хорошо. Ягодки скинь. Кнопку давай поставим, да разберем сразу. Так, что дали? А что дали-то? Не знаю, что дали, но что-то ничего не дали. И не важно, что дали. Потому что она не нужна была, так что побегу. Побегу. По боку. Так, значит, так, они еще три штучки. Сделаем сейчас кристалл. В смысле, этот вот и положим сюда. Чтобы они там место не занимали. Так, курицу покормить. И поросятина тебе еще покормим, покормим. С медом, представляешь? Курица. Ох, так нифига себе, она сколько дала. Тебе же и суп не нужен.
Тебе еще воды только разве что подлить. Так, у меня же генератор не работает. Так, бери этот. Поджигай, спичку ложи. Это верни. Тряпочки положи. Это сюда, это туда. Так. Кожу не выложил. Так. Мясо. Вот. Подкрепились. Неплохо так. Так, металл. Вперед на переплавку. Эти сюда ложим. Медь здесь. Стекло где-то у меня тут было. Отлично, жир. Туда же. Пепел. Доски. Одна стекляшка, говоришь. Скинем. Так, сюда же положу батарейки, наверное. Пускай тут лежат. Сюда гранаты и зажигалки мои. О, отлично. Плавится. Так, это мы сейчас помет скинем куда-нибудь. Сюда, например. Бустанем, так сказать. Так, отлично. Вода там и есть, не знаю. Неважно. Так, водичку берем с собой. И пошли полазим еще. После экшончика. Так, я ж вам обещал воды дать. Тебе, то есть, лично. А ну тебе 70% хватит тебе на сегодня. Вечером дам. Пошли заберем эти суки, кстати говоря. А то что-то они валяются тут без дела. Непорядок. Ну-ка, что ты нам дашь? Патрончики, пойдет. Так, одна платка сгодится. По-любому. Почему я думал, что в синюю кнопку, в смысле синюю плату мне дадут, не знаю. Так, книжка, топтышка. Книжка, топтышка. Обойдем топтышку да повыше, чтобы она у нас даже глазом не посмотрел своим косым. Надо сходить все-таки посмотреть, наверное, эти вот платы. Ой, платы. Будущие ресурсы для плат. Так, это я уже не беру, у меня уже полным-полно этого всего. Имеется в виду это вот, жемчуг. Посмотрим, может где-то здесь есть. Он в любом месте может быть. В любом месте, но, но не здесь. Ну нет, так нет. Вылазим на берег и пошли. Подожди, с той стороны. Так. Это все песок стеклянный этот. Нету здесь кристаллов, нет. То есть этих вот. Жемчуга здесь нет. Давай. О, погнали. Погнали, погнали. Захоть файбера. Файберка наберем. Так, опа. Аж два оленя, один медведь. О, помчался. Помчался и что-то как-то передумал мчаться. Ну ё-моё.
Так, я с собой, пожалуй, ничего не взял. Нет, конечно. Ладно. Не взял, так не взял. Косолапый, блин. Что ты здесь забыл? И как воды пришел попить, наверное, водопой. Так, курочка, иди от греха подальше. Пока тебя не споймал. Куст такой, да. Так, есть тоже он медведь. Лапы полоскает. Так, о, отлично, хоть сундучок появился. Три скраба. Ну что ж, он четвертый лежит. Стоп, ягодку. Не пропускаем. Еще пригодится. Так, ну здесь уже можно и нырнуть. В эту часть. Блин. Сумка лежит. А там косолапый бродит. И, как всегда, здесь ничего нет. Спрашивается, а почему? А не. Один штучка есть. Так, Мишка далеко ушел. Может быть, попытать счастье? Волчара как раз уходит. Давай. Заберем. Глядишь, может, жемчуг будет. В смысле жемчуг, блин. Думаешь об одном. Говоришь, третье. Я имею в виду этот вот. Катон, семечко. Но в итоге дали просто кусочек ткани. Хреново. Гадя Петрович. А это что? Блин, тоже песок. Тут такое место как раз, где должно быть много жемчуга, но его нет. Его тупо просто нет. Опять же, можно перезайти, конечно. Ну, в принципе, наверное, не такая уже плохая идея. Перезайти в игру. Так, перезашел и сразу вижу, что лежит на дне жемчужинка. Странно, Мишка не исчез почему-то. Наверное, сейчас покосаемся. Да, чуть-чуть, может быть, покосаемся, потому что больше половины. Эх. Ладно, один раз не страшно. Посмотрим еще здесь. Может, что-то есть. Блин, здесь ничего нет. Кроме песка этого и все. Мне песок-то не особо-то нужен. Точнее говоря, совсем даже не нужен. Блин, придется перезаходить. Сейчас еще перезайду раза 3-4. Так, я перезашел 4 раза. Ни одной жемчужинки нет. Все. Надоело, честно говоря. Что за дела такие, блин? Нет ничего, один песок только. На кой мне этот песок нужен? Сколько его надо вообще, этого песка? Ёлки зеленые. Ладно, пошли что-нибудь поищем лучше. То же самое хотя бы. Волокна растительные. До веревочек сейчас сделаем. О, кстати. Еще немножко насобираем, потом сделаем этот вот брикетик, если, конечно, будет. Если насобираем на брикетик. Ничего не могу поделать. Нету жемчуга, хоть и тресни. Перезаходил уже, а толку ноль. Ну, давай здесь посмотрим еще. Так далеко ж видно не было.
Так, есть жемчужина, но это так глубоко. Я коснусь раза 4. Стоит ли это того? Это жемчужинка. Или не стоит? Ладно, погнали. Раз пошел искать, значит стоит. Так, уже буду коцаться 2-3 раза. А то и 4. Ну давай. Пошло икание. Ну-ну-ну. Нормалек. Живем. Ну и в баню. Хватит уже. 3 штучки есть? Да, отлично. Прям замечательный улов. 3 штучки за целый день. Хард он такой. Тут все дефицит, блин. Так, выше поднимемся, потому что здесь ни одного ящика нет. Прям совсем. Забубнил и побежал. Но почему-то забубнил один раз. Попробуем за камушком его потерять. Получилось, не получилось, непонятно, но пока бежим. Получилось. Но все равно бежим. Блин, здесь есть эти вот. Хотя бы сумки, ящики, ничего нет. Да перезаходился. А, нет, вот что-то есть. Хотел сказать. Да перезаходился. Ага, тут еще и бомжики есть. Ну вот, аж целых 2 платы. За день. Можно даже сохраниться. Есть контакт. Вообще ничего нет. Так, медицинскую траву я уже не собираю. Так, вижу сумку, но тут еще и медведь поблизости есть. Цельный патрончик, отлично. Что-то Мишка поперся на тот остров. Там где заяц. Там где зайца можно спокойно споймать. Так сначала загнать его сюда надо. Потому что не всегда он тут есть. А вот уже когда загонишь, вот тогда ему уже деваться сюда некуда. О! Ящичек. Блин, стаминка выходит. О, еще одна платка. Еще раз сохранюсь. Опа. Бляха, муха, ты что меня пугаешь? Ты кто? Охотник, рыбак? Или рыбак, охотник? А он сам не знает, кто он. Просто гуляет. Не гуляй себе. Так, давай здесь еще посмотрим. Тут иногда в редких случаях бывает жемчужина лежит. О, есть, смотри. Это как раз именно тот случай редкий, когда здесь есть жемчужинка. Опа. Замечательно. Даже как аккуратненько удалось выйти на пляж. А тут у нас уже ягодки встречает. Сумочка с потенциальным катоном. Или нет.
Или с перышком, блин. Ну, это уже другое дело. Еще, возможно, здесь, вот в этом, в этой запруде. Зайка-попрыгайка. Может, поймаю? А может, нет. Не убаю. Так, сколько уже этих? 7 штук надо, еще пару штук, и можно будет брикетик сделать. Не пару штук, а 3. Водоросли тоже уже не собираю. Некуда ложить уже. Блин, один песок. Там, конечно, могли быть ящики. Наверняка они там и были. Сутулно он стоит. Бережок охраняет. Ого, осяж. Здесь база нету, так что, блин. Там вот так медведь, надо как-то между ними попробовать пробежать. Давай, 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 давай. Так, он забубнел. Ящик не отдам. Фига, сразу уж 3 этих вот железяки. А еще есть. Так, давай по берегу пройдемся немножко. Блинский медведь. Ну да, конечно. Крутился, крутился жопой, и все равно пошел в мою сторону. Тут тоже еще очень редко бывает. Ну да, но не сегодня. Лимит на редкость уже кончился. Ну, вылазь, вылазь, давай, давай. То что ж такое? Ни тебе, ни ящика, ничего нет. Даже файбера нету, алло. Где файбер? Где растительное волокно, куда его дели? Обычно тут его полно, блин. Но не сегодня. О, какая-то сумка лежит. С патронами. Даже 2. Ну давай к этой, а потом к той. На всякий случай присядем. О, патроны-дробовик, это замечательно. Ну вот, 4 платы сзади, не так уж и плохо. Могло быть, конечно, и лучше, но... и так неплохо. Так, вижу, вижу, вижу. Ягодку вижу. Пойдет все на варенье. Только до зимы еще дожить надо. Так, о, ящичек. Интересно, наверху есть ящик? Нету. Яблочко. Прям замечательно. Так. Я тебе обещал воды взять. Держи. Надо поесть, что-то прям стаминка совсем уже улетает. Плюс попить. Мы попили, допустим, мы вот этого можем. Пару помидоров схрумать, яблоко. Ну, 19 жемчуга неплохо. Могло быть, конечно, и лучше. Так, палаты это все вылаживаем. Перышко. И порох. А это мы оставляем. Слышь, ну ты в эту, с своей стороны прям вот вообще наглость.
Уж как ни крути, не поворачивай, но это, блин, ты попал. Сюда, сюда, сюда иди. О! Да ешь твою мать. Падла, мало того, что заразил скотина, так еще и кровь не пустил. Ну что ты делаешь? Я у тебя все заберу. Все с потрохами прямо заберу. Давай сюда пока что. Кусочек можно с собой взять, чего бы и нет. Вы козел. Один раз укусил, и все сразу. И кровь пустил, и заразил. Два в одном. Козел. Не иначе. Да хорош там кровоточить уже, блин. Полдня может там истекать кровью. О, услышал меня. Ну давай еще одну, блин, эту вот фигню. Растительное волокно. Отлично. Да, блядь, бегишь ты, придурок. Запутался в кнопках. Японский городовой. Ты посмотри на этого урода, а? Мало того, что ты все шмотки мне сейчас поиздирает, блин. Он еще и не бежал за мной. Вот он ему дозвон, блин, носатый. Не, ну ты посмотри на него. Вон он стоит. Уходит уже, блин, не вижу его нифига. За тех кустов. А, вон он. Иди сюда. Алло, дурачок, я здесь. Он меня уже не чует. Убегаю с того места, и он все, ничего не знает. А не, о, проснулся. Сюда, 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 сюда. На краешек. Да куда ж ты бьешь постоянно? Ну вот. Уже скоро надо будет ремонтировать. Не страшно. Сполоснем руки. Жрок. Кожа. Так, что там у нас? Еще погорит пока. Еще кусочек мяса. Отлично. Что у нас здесь? Выросло, не выросло. О, померки выросли. Отлично. Так. И неужели картофель вырос? Картофель вырос. Картофеля у меня много, в принципе. Ну, правда, я самогонку не делаю, а так. Так-то. Что у вас тут? Должно хватить на сотку. Кислота 94. 96. Сотка. Сотка. Тут надо сейчас будет что-то посадить. Ты смотри, а. Чуть-чуть не хватает. Вот так вот. И здесь уже поспела, елки-палки. И лук, та что куда ты там тыкаешь? Это что ж такое, не можешь пройти, блин.
Надо дождаться, когда ручка появится. Да ёшки кот. Внезапно все созрело. Так, смотрим, что у нас за семена есть. Лук у меня, по-моему, с головой хватает. Лука, да. Поэтому этот сразу выкидываем весь сюда. Пошли посадим две этих вот луковицы. Еще даже одна останется, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Это пускай варится. Вот так вот. Так, картошка. Где-то у меня здесь была одна штучка. Вот. 7. Дождусь, пока десятка будет. Ну, в смысле, семерка, восьмерка, то есть. Вот это можно избавиться. О, отлично. Ну вот. Расти себе, картошечка. Блин, надо здесь помидоры посадить. Ну ладно. Что посадил, то посадил. Ну что ж, вот такая вот была серия. Вот, так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.